Пока они изучают местность, призрак так и не переняла смелость сестры, поэтому быстро возвращается в безопасность. Но у Кадики уверенность от матери. И по мере того, как она удаляется от бдительного взгляда у Андили, сержанты-охотники, полные решимости накормить семью, также удаляются от логова. И пока лишь пара нянь следят за периметром, Вайолет не знает, что надвигаются неприятности. Прайд львов направляется прямо к логову.